Моя задача была ознакомиться с фермерами. Они все очень разные, разные подходы, разные предложения. Вот видите, какой желтук. Мы используем травы, поэтому оно живое. Я планирую все равно обсудить стратегию развития сельского хозяйства, какие программы поддержки. И до конца августа мы утвердим концепцию развития сельского хозяйства, включая подпрограммы. Нам нужно увязать несколько взаимосвязанных секторов и сделать так, чтобы субсидии, которые направляются на сельское хозяйство, работали на то, чтобы продукция доступная, качественная, экологичная, ну и самое главное, чтобы жители Камчатского края имели к ней доступ.